Америке можно вспомнить еще и матчи Маурицио Сарри здесь, в Англии. И старт на первый матч без какой-либо подготовки. И это невероятно круто. Все остальное более-менее ожидалось. Ну, удерживает атаку. Разворачивается Педро. Забивать надо. Офсайд. Марата. Тут обжигается. И такой момент вполне можно использовать. Еще один длинный мяч. Хорошая обработка. Причард. Я повсайд или нет? В общем, безразумный. Хлопок вперед. Там же не выносит мяч. А дальше вот такое падение дальше. Ух ты! С дальней дистанции. Хотел сказать про Причарда. Чисто датчанин забирает мяч у Аспиликуэты. Подача, удар! Сейчас помешали друг другу. Неудачная игра. И дальше классный навес. Мне вот не трогал бы мяч, опустился вот точно на ногу. С левой передача резкая под удар. 1-0. Гол Канте. Чемпион мира. Надо сказать, 1-0. Не попадает Мумия. Ну вот такой сброс, и Аспиликуэта тут ничего не может сделать. Ух ты, Марко Сомоса. Пенальти. Назначает судья. Доместрировал еще раз. Жоржиньо ловит этот мяч. Дальше Алонсо. И пенальти. Как легко это делает итальянский бразилец. В этом году вот Удинеза в пенальти бил, не забил. Как проводить угловые удары, и каждый из этих вариантов носит имя одного из сотрудников клуба. Здорово пробил. Не удержал его Рондол. Мяч. Ну что, кажется, он выходит для тройки по защите на верху.